Здесь давно не купаются, да и отдыхать на берегу уже не спешат. Раньше речка Альба, в народе Мещериха, была настоящим местом притяжения для жителей Лунева и всех ближайших окрестностей. Эта речка, ну, в очень сильном запущении была в последнее время. Здесь раньше когда-то на данном месте был пионерлагерь, понимаете, она была достаточно чистая и хорошая река. Жители обратились в администрацию городского округа буквально с криком о помощи спасти природу и привести ее в былой вид. Профильные ведомства откликнулись. Процесс пошел. Чистка производится в соответствии с нормативными всеми актами, причем технологии современные, как нам вот подрядчик рассказал, это идет через коагулят, это все очищается, и чистая вода уже непосредственно подается обратно в реку. Жители называют события поистине историческим и с нетерпением ждут, когда специалисты завершат работу. По их словам, любоваться красотами родной речки можно будет уже в конце этого года. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.